Доброе утро, дорогие друзья. Конечно, дождь хорошо подействовал на мои пеларгонии. Они напились, насытились влаги. Смотрите, как цветут красиво. Это Apple Blossom. Цветочкам нравится после дождя. Смотрите, как Рамблер зацвела. Ну, это не первый бутончик, но это просто после дождя показываю. Листочки промытые, красивые, влагой насытились. Но дождь очень навредил. В эти горшки набралась воды полная. Я вот так выливала, потому что они начнут гнить. Они не любят такую влажную среду. Вот смотрите, как набралось, сколько дождя. Растение красивое стало, насыщенное такое. Напитанная, прямо аж сияет. Но вот эту влагу нужно обязательно убирать. А здесь я вынула свои маленькие детки, отросточки. Они были полностью в воде. Посмотрите, как набралось воды полностью. Это все срочно надо убирать, так как один день простоит и сразу все загниет. Работы, конечно, прибавилось. Но сейчас все уберем, все сделаем. Вот эти пеларгонии, которые в кашпо подвесных, им нормально. Водичка стекла, и все нормально, все удачненько. А которые стояли в поддончиках, вот здесь нужно поработать. Эти я уже выбрала. Теперь нужно водичку вылить. Можно даже на землю. И обратно поставить маленькие пеларгошечки в коробочку. Так как без, ну, в таком состоянии не могут перевернуться. Ну, надо, чтобы было все красиво, эстетично, правильно. Сейчас я их выложу. Все. И они будут подсыхать. Если ночью пойдет дождь, наверное, придется занести их в дом, так как сильно лишняя влага мешает. Вот видите, как они сильно утонули. Прям полностью. Будем доставать горшочек из воды. Это ж не водяные растения. Так нельзя допускать. Я никогда так не поливала. Это ночью такой ливень прошел. Прям сверху, с вершочками. Вот. И сколько воды набралось. Apple Blossom это у меня. В начале видеоролика я вам показала, как это растение цветет. Это отросточек. Такой отросточек 100 гривен. Такой маленький 50. А это уже практически цветущее растение. Уже бутончики набираются. Это уже будет радовать вас. Эти листики, которые подгнили, это из-за воды, из-за яркого солнца. Это не страшно, это не болезнь. Не смотрите, что вот это вот почернело там или что. Сейчас вылью эту воду. Воду вылила. Кашпо, поддончик вот этот мыть не буду. Так как растение на улице, заносить я пока не буду назад. И обратно складываю. Очень удобно, если перенести растение. Очень удобно, так несколько штук сразу. Теперь переходим к этому. Они у меня здесь стоят, растения на бочке старой. Поэтому я их просто повынимаю, чтобы слить воду. Вода немножко стечет. О, видите, как сильно? Прям утонули полностью. Это тоже растение Apple Blossom. Это маленькие, по 50 гривен. Но растюшечки крепкие. Я их пересадила в более больший горшочек. Они были маленькими, так же, как корни уже разрослись. И им уже надо больше питания. И я их пересадила в большенькие горшочки. Вот видите, какое растение? Хорошее, красивое. А здесь у меня в горшке, горшок в горшок, просто
было место, и я поставила этот горшочек в кашпо. Все названия поразлетались. Сейчас вылью водичку и продолжим. Все, я вылила всю водичку. Теперь начинаю их обратно упаковывать в их удобные места, где стояли мои пеларгоньки. Они были под навесом небольшим, так как маленькие отросточки растений сильно солнце не нуждаются. Смотрите, видите, виноград здесь и крыша небольшая. И они хорошо себя чувствовали. Им очень прекрасно. А это растение Ричард Хадсон. Кому надо, тоже вот по 50 гривен вот такие растения. Красиво цветущие. Apple Blossom и Ричард Хадсон. Уже готовые растюшки. Могут переезжать в новый дом. Все. Влага быстро испарится, так как сейчас уже солнце поднимается. Солнышко поднимается, и все пойдет нормально. Так, хочу вам показать пеларгошку, которая расцвела. Вот после дождя она набралась немного влаги. Это Вива Каролина. Смотрите, какие набитые бутоны. Этот тоже, конечно, некрасивый, но этот очень даже симпатичный. Смотрите, какая красота. Еще бутонов будет много и много. А этот никак не расцветет. Видите, набрался бутончик. Лист у него красивый. Никак не хочет расцвести. Он красиво цветет. Я видела его цвет. Но в данный момент показать не могу. Так, все, вроде бы спасла свои цветы. Эти тоже вот я сливала. Видите? Эти. Все нормально. Все у них будет хорошо. Теперь они после дождя как грибы пойдут расти и цвести. Посмотрим. Все бутоны сразу начнут выпускать. Вот красный начал уже открываться. Сидел, потом раз — открывается. Это все разыбудные. Они все вот такие набитые, красивые. У меня простых нет пеларгоний. Ну, все, на этом будем заканчивать видео. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.